Певица Лолита снова вернулась на телевидение, и сейчас она на НТВ ведет шоу «Виа Суперстар». После голой вечеринки Насти Ивлеевой Лолита пропала с экранов и не давала концерты, пишет «Московский комсомолец». Но все же сейчас она снова на ТВ. По словам музыкального критика Сергея Соседова, Лолита не нарушала никаких законов и ни перед кем не провинилась. Поэтому он считает вполне закономерным ее возвращение. Он отметил, что Лолита является сильным человеком и ее трудно сломить. К тому же она талантлива, и нет ничего удивительного в том, что ее возвращению в эфиры и на сцену рады многие. Солист популярной в 90-е группы «Форум» Сергей Рогожин тоже поддержал Лолиту. Он добавил, что менять имидж ей не стоит, так как голой на сцену артистка не выходит. Рогожин добавил, что Лолита сделала выводы после произошедшего. Он также обратил внимание, что певица не предпринимала каких-либо действий, чтобы отмыться. Специально на Донбасс она не ездила. Она просто хорошо делает свою работу, Лолита – хорошая ведущая, на нее интересно смотреть. Она профессионал. Я не думаю, что имеет смысл клеймить человека всю жизнь, если он все понял. Лолита все прекрасно понимает, поэтому спекулировать и плясать на чьих-то костях лично я не хочу, заявил Рогожин.